Всем привет, с вами Time Games, и сегодня у нас Лига Чемпионов. Спортинг португальский против московского ЦСКА. Конечно же, я играю за ЦСКА, и это последний оплот, так сказать, последняя преграда на пути в групповой раунд Лиги Чемпионов. Нужно обыграть Спортинг в двух матчах, по сумме двух матчей. Эти команды уже встречались они в 2006 году, то есть практически 10 лет назад, и встречались они в финале Лиги Европы, так называемый сейчас, тогда же был это Кубок УЕФА, и тогда, если я не ошибаюсь, ЦСКА выиграл 3-1 и вырвал Кубок УЕФА. Но сейчас эти команды совершенно встречаются в другом турнире они встречаются. Это Лига Чемпионов, квалификационный раунд. И тот, кто сегодня, не сегодня даже, кто выиграет по сумме двух матчей, тот пройдет в групповой раунд. Ну что же, будем болеть за ЦСКА, будем стараться обыграть эту, и как ее назвать, даже не знаю. Скорее всего, да, есть, конечно, сейчас проблемы у Спортинга, но все-таки Спортинг это Спортинг. Она может таких проблем создать нашим армейцам, учитывая, как наши армейцы сыграли со Спартой. Там вообще можно было уже после второго матча все заканчивать. Всю их лигочемпионскую кампанию. Но армейцы просто что-то немыслимое совершили и прошли этот чешский клуб. Чешскую Спарту. Посмотрим, на что же способны армейцы в борьбе против португальской команды. И радует то, что у нас появился в ЦСКА Думбия, вернулся, так сказать. Появился. Это серьезное подспорье, учитывая, можно сказать, одного Мусу в линии нападения, так как я считаю, что Карлос Странберг и Кирилл Панченко вместе с Алиевым, они просто не готовы. Не то чтобы даже для нашего чемпионата, а для Лиги Чемпионов уж тем более. И поэтому ехать на одном Мусе как-то было бы неразумно. И ЦСКА очень повезло, что они взяли в аренду на год этого ивуарийского нападающего Сейду Думбия. Конечно же, его нет в моей FIFA 15, так как вы знаете, что FIFA давно не обновляется. И поэтому мы играем сегодня без Думбии. В любом случае. Так, отличный разрезающий пас! Как хорошо подставил свои ножки! Прямо на дорожке у Мусы. Карило мяч потерял. Еременко отдает налево над Дзагоев. От Дзагоев потерял Седрик. Нани направо. Так, Вернум пытается отобрать мяч, Оливейра, Нани, Карило. Игнашевич, не удалось, опасно!
Так. Нужно собрать армейцам, собрать. Загоя в центр на Вернблума. Вернблум отдает дальше на Еременко. Еременко тут один. Нужно подождать партнера. Да, подождал. Джефферсон бежит по левому флангу, отдает вперед на Нани. Нани обратно. Джефферсон. Нани. Обыграл. Марио. Марио! Хо-хо! Спортинг забивает мяч. Ворота московского ЦСКА на 26-й минуте. Проигрывает ЦСКА. Классный удар удался. Просто классный. Тут уж никаких Акинфеевых не хватит. Карилло это был. Или Карильо. Скорее всего, Карильо. Так, Еременко мяч потерял, но Тошич, прямо в Тошич он прилетел. Еще одна потеря, но мяч у армейцев. Тошич из-за боковой. Отбивается Спортин. Карильо, Фернандес, а в центр на Игнашевича, Игнашевич левее, на Бабкин, еще вперед, Муха, Муха, пытался отдать на Еременко, не вышла оборона, сегодня не дремлет у Спортинга. Вернблум, Муха, Еременко отдает налево на Дзагоева. Муса! Вперед! Вернблум! Еременко! Гол! Забивает ЦСКА! Да! Сравнивает счет 1-1, 33-я минута! Или 34-я, неважно! Армейцы забили мяч в гостях! Это классно! Вот каким ударом Еременко посылает мяч в ворота португальской команды! И доказывает. Мы можем! Да, 34-я минута матча. Хорошо, хорошо. Молодец, Еременко. Сравнивать и переламливать ход матча. Уже сейчас даже этот счет, он на стороне армейцев. Так как гол, забитый в гостях, считается, ну, как бы за два. Можно сказать, за полтора. Загоев. Еременко. Пас на Мусу. Так. Вернблум. Отобрал у него Джефферсон мяч. Марио. Карильо. 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 На Марио. О-хо-хо! Что творится в обороне армейцев? Гол забивает второй уже. Португальская команда Спортинг. Да, вот так вот. В чемпионате России ЦСКА практически не пропускает. Пропустил всего лишь за 5 матчей один мяч. И то это было, вы сами знаете, с пенальти. С игры ЦСКА чемпионате России не пропускал еще. Но что творится
в Еврокубках у армейцев это просто невероятно. По два мяча за матч пропускают. Еременко. Отдает назад на Тошича. Тошич на Мусу. Так, тут Бернум подключился. Кому отдать, кому отдать? Так, Еременко выдавливает его. Тот направо на Тошича. Надо подавать. Отбивается Спортинг. Слимани. 3 минуты добавил арбитр. Уже первый тайм подошел к концу. Марио. Ой-ой-ой. Так, Бернум отобрал. И вперед, вперед, в контратаку. Давай, Муса, 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 набирай свою бешеную скорость. Давай, Муса, блин, его тут жмут трое. Выбивает Спортинг мяч в аут. Муса идет подавать. Так, назад на Бернума. Тошич. Дзагоев. Бернуму не дают пробить. Все, первый тайм окончен. 2-1. Спортинг ведет. И себя дома. Ждем второго тайма.